Свалка возле ТЭЦ до сих пор не ликвидирована. Неравнодушные челнинцы отправили жалобу местным экологам. Те отреагировали моментально, выписали предписание на ее устранение. Кто все это сюда привез, неизвестно. Но в ответе за ликвидацию свалки хозяин земли – исполком. Он обязан выполнить все работы до конца следующей недели. Удручает лишь то, что таких стихийных мусорок в набережных Челнах из-за его чертой за лето набралось целых 43, сообщили в территориальном управлении Министерства экологии республики.